Good morning. Whoa. What a beautiful morning. What a beautiful morning. Welcome to Santa Barbara. Наша небольшая гостиничка стоила нам $250 в ночь. И это считается просто мотель. Хотя у них есть разные комнаты с полностью с кухней. А у нас просто такое студио. Без кухни. I think it's a little more overpriced. Немножко переплачиваем, но мы в Санта-Барбаре. Это очень туристическая зона. И все гостиницы, которые мы смотрели, все были закуплены. Перекуплены, и нам не хватало места. Поэтому мы купили то, что есть. А вот наш Валик сейчас находится в Кармеле, мой брат. И он тоже платит 250 за гараж. Он жалуется. Он жалуется, что они взяли гостиницу. С гаража сделали комнату. И тоже в Кармеле платят. Немножко выше, 2 часа вверх. Да, севернее. Такая же самая сумма, $500 за 2 дня. У нас... Ну, мы не жалуемся, да, как он? Посмотрим-ка на велосипед. Лео, тебе нравится? Нравится. У нас вот есть ручник. Руль. Очень послушный руль. Педали. Два сета. И даже пибикалка. Сигнал. Что это такое, Лео? Это такие самокаты. Потеряли джакет. Слетел джакет. Я думаю, холодно. Полетели. Этот пирс Стэнс Уорд сгорел. 3 раза. В этих годах самый большой был в 98 году. 13 миллионов, чтобы его перестроить. А в чем прикол? Здесь ни ограды, ничего. Бери и падай. Просто бери и падай. Особенно дети. Фрикалист. Мы так устали. Почему? Только час гуляли. Прошли 40 минут и устали. Мы стали американскими попкорнами.
не привыкли ходить. Здесь даже есть Санкт-Петербург местный. Или Нидерланды, не знаю, как хотите, но каналы. Скажите, пожалуйста, что это за архитектура? Какой страны, какой культуры? Красота, не так ли? Музей Exploration and Innovation. А теперь крутим со всей силы. Раз, два, три, поехали! Вау, вот он, динозавр! Итак, выезжаем на велосипедную дорожку. На пляж. А так можно и накачаться, если честно, вот так. Вот это делать, что мы делаем, так можно накачаться и перекачаться. Папа пытается обнять кактус. Думаю, он получит огромное удовольствие, да, Илюша? Когда ты его обнимешь. Такой высокий, огромный, жирный, как дерево. Посмотрите сюда, Линкольн Континентал. Такая длинная точила, это ж история. American history. Мы пришли в наш Marina Beach Motel. Единственное, нас остается, все поразъезжались, а мы стоим, потому что мы на ногах ходим. О чем это говорит? Что мы устаем. Спустя 2 часа сна среди белого дня мы вышли. Хотя кто-то вообще не спал, кто-то не мог не спать, это я. А кто-то пытался заснуть. Привет, Лео. Привет. Нам дают велосипед. Лео одевает специальный шлем на голову вот так. Давай. В нашу аренду входят эти велосипеды. Ну, поскольку у нас очень много людей, мы берем 4-колесный велосипед. Вот. У него есть какое-то название. Не знаю как, ну, узнай. А вот наш транспорт. Теперь мы увидим всю Санта-Барбару. Наш первый выезд на природу. Или затормозили, оказывается, тормоза есть, а мы не знали. Рядом с нами стоит эконом-класс. И мы тоже эконом-класс. В смысле, эконом-бензина. Тесла вообще не использует бензин, а мы вообще не используем ничего, кроме своей силы. Нет, держись ручкой. Вот это самая модная тачка, лимузин. Старинный Hot Rod Limo. Туры по Санта-Барбаре. Какая красава! Я не знаю, сюда можно заезжать или нет, но... Красота! Едем дальше. Growthy Bros. По рекомендации Дениса Сницкого. Ресторан. Ням-ням-ням. Жареный салмон со всякими соусами, салатами. Вон они что-то подобное, салатики. И это все $30. Ой, что за прическа. Спасибо Денису Сницкому из Санта-Барбары, из Киева, что нас посоветовали. Вспомним тебя хорошим словом. Ресторанчик находится, вот, в котором мы покушали, Broth's Brothers. Вот здесь. Вроде не особо ничего, но вид с него довольно прикольный. А еще мы познакомились с... Называют человек... Женщина. Джинджер. Здесь актерша в Голливуде.
и скриптрайтер. И здесь она живет. Купила землю, даже не землю, купила воду. И свою лодку ставит за 400 в месяц. $400 в месяц. Купила, ее арендует в месяц. Короче, вот это, она сказала, самый дорогой харбор в Калифорнии. А самый желаемый? Ну, наверное. Выезжаем с харбора, едем к пиру и едем домой одеваться. Сколько я понял, автобус 50 центов стоит, прокатил. Но если вы старик, вам 65 с плюсом, вам стоит 25 центов. Какие-то цены здесь 30-х годов в Америке. Аккуратно. Апартменты джунгли. Как клево было бы здесь жить. Юнитов здесь 40, может. Здесь мы на серьезном проспекте, где мы даже мешаем движению. Ну, у нас права все, мы за рулем, у нас и сигнал, у нас три пассажира. Пытаемся не мешать. Итак, по перрону у вагона только 5 минут. Итак, мы решили вниз не спускаться, так как очень тяжело крутить педали на гору, поэтому едем на ровной равнине. А здесь мы видим Рейган, президент Рейган, музей. Он типа здесь жил, что ли? А, рэнч, понял. Здесь у него рэнчо было. Hello. Все-таки мы полетели, сейчас спуск. А тут какой-то парти происходит. Диджей готовится. Вечерний пул. Добро пожаловать в Old Town. Это где весь народ кишит, тусит. Мы между машинами, Лео, не страшно? Поехали. Полетели. Соединенные Штаты празднуют свою независимость от от Британии. Brexit, как его называют. Только это United States Exit. Везде висят флаги празднования страны. Ну, здесь такое чувствуется культура, люди. То есть это вам не Сакраменто. Это большой туристический город. Кто это? Это наш брат Хаммер. Такой мекс на дисках. Welcome to Paseo Nouveau. Ресторанчики, шапчики. Народ. Почему-то мы единственное на такой тачке ездим, но нас смотрят и улыбаются. Надеюсь, не с презрением. Все пришли смотреть фильм «Мумия» и 47 метров внизу. Что там еще? Paseo Nouveau. Shops and restaurants.
это обычный молл. В этом обычном молле компании не могут высвешивать такие огромные свои значки, логотипы на весь, на все здание. Они вот такие скромненькие, модненькие, маленькие, аккуратненькие логотипы, бренды своей компании вешают незаметных таких сайнов. И это украшает здание. Пиццерия раздает пробы. Лео, ты возьмешь пробу? Будем пиццу. Пожалуйста. Спасибо. На что похоже? Компания Apple в таком старинном, прикольном здании. На Apple не похоже. Посмотрим. Посмотрим или не посмотрим. Первый раз пользуюсь этой штукой. Прикольно, громкость. Вау, Siri. Escape. Nice. Все, подышали, поехали дальше. Смотрите, как красиво. Subway, Crossroads, Sprint. Так, аккуратненько. Логотипики на здание. Это просто красота. Сдержанный стиль города. Мы забрались на самую вершину Санта-Барбары, на вот этом квадро-велосипеде. И Лео так крутил педали, так устал, что отключился, да? Официально отключился. Ну, пусть поспит. Хотя ночью нам не будет давать спать, да? Да. Так, а кто знает, где Кортхаус? Тут нам сказали, что весь город можно увидеть на вершине Кортхаус. Скажите нам, пожалуйста, по тексту, как его найти, адрес. Так, мы нашли адрес до Кортхауса, нам осталось 0.2 мили. На перекрестке улица Анапамо и Анагапа находится такая красотища. Сколько времени показывает и, ну, в общем, довольно круто. А здесь открывается великолепнейший пейзаж. Courthouse, судебный суд. И, кстати говоря, я не уверен до конца, но я предполагаю, что Сережа Дубяга, наш лучший друг, сделал предложение нашей сестре Маше. Именно здесь. Сережа, подтверди, да или не да. А вот адвокаты. Чистая Испания. Аня и правда говорит, что не надо ехать в Испанию, вот приезжай в Санта-Барбару, и тебе Испания. Какой крутой суд. Судебный суд. Здание же есть. Такое ощущение, что здесь какие-то короли жили. Ну, в Соединенных Штатах никогда не было короля. Откуда вот это все роялти? Откуда? Superior Court. Готовится к свадьбе. Стоит жених, пастор, дружки. That's gonna be beautiful. Башня закрыта, попасть внутрь нельзя, поэтому просто ходим вокруг, наслаждаемся солнцем, закатом, природой и иностранцами, которые все посещают это место. На обратном пути мы спускаемся и будем ехать почти на расслабоне. Просто держать руку на тормозе в случае чего. Вот какое здание Маршалс прихватил себе. Аж не верится. Маршалл. Смотрите, какой-то театр или банк. Обычный магазинчик Маршалл.
И вот мы приехали к пирсу. Stearns Waft. Wharf. Как-то странно, окружены мы всеми машинами. И не знаем, как действовать. Ехать прямо. Наверное, прямо. Вау, ваша карета подана. Это, оказывается, гостиница, приемная, а я думал ресторан. Ресторан у них по утрам. Мы возле нашего гостиницы. Заметьте, как мы медленно едем. Изнеможены, как черепахи, едем еле как. Единственные силы – это у Лео. Он выспался, полон энергии и готов крутить педалями. Мы почти, мы не то что почти, мы приехали. Поздравляем. Опа. Мы почти приехали. Сегодня будем еще кататься, нет? Ты прикалываешься? На силу нет, ну все-таки у нас этот велосипед нам дали навсегда. До заката солнца. Поэтому мы можем целыми днями на нем кататься. У нас нет силы, поэтому здесь все, сдаем живет, его. Здесь Лео живет, и папа, и мама, все здесь живут. И велосипеды даже. Лео, что я принес? Что здесь? Плачик. Правильно, открывай. Открываем. А так? А, он запечатан там. Вау! Сколько вкусняшек вредных! Ты хочешь? Хочу. Сейчас принесем чай и кофе.